Входная дверь в дом или квартиру – это визитная карточка владельца. Любой владелец хочет, чтобы карточка выглядела солидно и надежно. Сегодня будем выбирать входную дверь. А поможет мне в этом главный инженер предприятия «Макс Смит» Михаил. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Николай. Рассказывайте. Компания «Макс Смит» – это полный цикл производства. Отдел по проектированию дверей. Здесь разрабатываются модели и составляется технологический процесс производства. Собственные цеха, металлообработки, покраски, деревообработки и художественные отделки. А это говорит о том, что в «Макс Смите» о металлических дверях знают практически все, и в компетентности советов по выбору двери сомневаться не приходится. Для начала разберемся с видами дверей. Основные типы дверей – это двухконтурная и трехконтурная. А что это такое, объясните? Двухконтурная дверь – это два контура уплотнения. Вот первый контур, вот второй контур. Для квартиры вполне достаточно. Так, а трехконтурная? Трехконтурная дверь – это три контура уплотнения. Раз, два и три. В основном такие двери устанавливаются в коттедже. В трехконтурных дверях лучше тепло- и звукоизоляция за счет третьего контура и толщины самой двери. К слову, в металлических дверях «Макс Смит» используют утеплитель, который не горит и экологически безопасен. В этих дверях толщина металла 1,2-1,5 мм с усилением в зоне замков до 3 мм. Теперь я понимаю, почему здесь три петли. Это говорит о том, что детали для двери «Макс Смит» сделаны на высокоточном оборудовании, а не, как говорят, на коленке. Еще о качестве двери можно судить по отверстиям для ригеля замка и противосъемным штырям. Обратите внимание, что в коробке отверстия под ригеля для замков тоже выполнены на станке с числовым программным управлением, а не вручную, как у других производителей. То есть не напильником? Нет. Противосъемные штыри должны быть качественные, определенной толщины и заводского изготовления. Они выполнены кустарным способом с помощью какой-то шлифмашинки. Детали для дверей торговой марки МД делают на оборудовании с программным управлением. Плюс квалифицированные сотрудники. Все это сводит возможность брака практически к нулю. Но вернемся к советам от компании «Макс Смит». При выборе двери обратите внимание на то, что петли должны быть с подшипниками упорными. Петли должны быть приварены ровно. Качественный сварной шов, петли должны быть соосны. При открытии двери не должно быть каких-то скрипов, люфтов. Дверь должна в любом положении фиксироваться, а не открываться сама или закрываться. Да. Это говорит о том, что дверь собрана без перекосов и правильно сбалансирована. Ребра жесткости находятся на своих местах. И еще один фактор. Правильно установлена в дверном проеме. Следующий совет для меня стал открытием. Обратите внимание при выборе двери на качество крепления наружной и внутренней накладки. Глухой звук говорит о том, что и внутренняя, и наружная накладка имеют много точек крепления, и со временем не греметь, не пропускать какие-то запахи или шумы она не будет. Теперь о безопасности. В двери «Макс Смит» устанавливаются замковые системы лучших мировых производителей, а испытания в лаборатории показали, двери компании соответствуют высшей, пятой категории по сопротивлению взлому. В этих дверях существует нижний замок, закрыт броненакладкой, которая защищает его от взлома. Верхний замок сольный, автошторка, которая не пропускает запахи, температуру. При выборе двери, конечно же, нужно обращать внимание на внешний вид и условия эксплуатации. Если вам нужна дверь для улицы, то декоративная накладка обязательно должна быть выполнена из влагостойкого МДФа, покрытого полиуретановой краской, либо специальной пленкой винорит. Ну а что касается экстерьера, то двери торговой марки МД могут быть любыми. От тех, что представлены в коллекции, до эксклюзивных. Яркие воспоминания детства – это первый поход в детский садик. Это первый поход в кабинет к стоматологу. И это первое посещение детского парикмахера. В Могилеве есть единственная детская парикмахерская. Давайте узнаем, чем она удивляет. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей парикмахерской. Первое, что приятно удивляет, это атмосфера в парикмахерской.
пожалуйста, наш детский зал. Проходите, посмотрите, какой у нас яркий, красивый, привлекательный, нарядный. Точно. Это не парикмахерская. Это самая настоящая детская комната для игр, где девчонки и мальчишки получают еще и стильные прически. Сухой бассейн, игрушки, воздушные шарики, мультики и даже зооуголок. Зохану, так зовут черепаху, внимание достается больше всего. У нас вот есть такие машинки. Детишек мы здесь подстригаем. Им очень нравится. Привет, как тебя зовут? Аня. Тебе нравится? Угу. А что тебе здесь нравится? Кули. Да, в недетской парикмахерской такого точно не увидишь и не услышишь. Чаще всего там бывает так. Ну, так видно. Парикмахерская «Ералаш» – так. Главное здесь – комфорт для юного модника. Не обращай внимания. Возраст наших клиентов разный. Они у нас бывают совсем маленькие. Даже один ребенок у нас был полгодика. С пустышкой, маленький такой вот прикольный был мальчик. Кстати, после первой в своей жизни стрижки каждый малыш в Ералаше получает на память вот такой сертификат, в котором указана дата, имя и возраст маленького героя. Стрижки, укладки, прически, плетение косичек мыслимых и немыслимых форм. И даже... Детский маникюр. На день рождения мы детям предлагаем маникюр. Маленьким нашим принцессам. В общем, перечень услуг не уступает салонам красоты для взрослых. Что касается модных тенденций, то за ними в Ералаше пристально следит Анна, стилист детской парикмахерской. Сейчас популярные прически в стиле гранж. Больше геля, челка вверх, ну все, ты модный парень. Ну а если мама и папа не готовы к экспериментам, то детский парикмахер в Ералаше с легкостью подберет ребенку прическу с учетом структуры волоса, его цвета, длины и даже характера вашего чада. Сколько длится стрижка детская? Индивидуально каждому ребенку. Может стричься 15 минут, может стричься 40 минут. Да, а если он не хочет уходить, что делать? Мы развлекаем. И такие случаи были. А вообще, парикмахерскую Ералаш можно смело назвать семейной парикмахерской. Пока одни мастера колдуют над прическами юных клиентов, другие в это же время уделяют внимание их родителям. Шеллак, маникюр, педикюр, спа-процедуры, модные мужские и женские стрижки. Одним словом, полный спектр услуг.